Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Директора Адлера. И я нахожусь сейчас в самом центре Адлера, на Новом Веке. Сегодня, по-моему, 20 августа. Я только что вышел с массажа за 200 рублей. Я тут хожу, как мне понравилось. После тренировочки. И сегодня мы собираемся с Ваней поехать в Медвежий угол. И вот я жду, пока он мне позвонит. Вот я вышел с массажа и сейчас хочу двинуть к морю, в сторону моря. Пойдем, наверное, по набережной Мзымты, а то мы так уже по Демократической ходили, по Кирово ходили. Поэтому пойдемте прогуляемся немножко, посмотрим, какая атмосфера в Адлере, в Сочи. Кончается сезон. В общем, пойдемте глянем. Я желаю всем прекрасного настроения, приятного просмотра. Усаживайтесь поудобнее, поставьте мне лайк, потому что мы начинаем. Смотрите, работают фонтаны. Здесь поставили вот такую вышку, колонки какие-то, оповещения или музыку, может включать клумбы, беседку, лавочки. Лавочки поставили. Тихо, тихо, тихо. Дерутся, дерутся мальчики. Так, вот такие лавочки. Тут будут эти хот-доги продавать. Так, и двигаемся. Можно дойти до серф-дома. Заходим в рынок, пройдем через рынок. Кукуруза валяется. Кукуруза по 120 тут горячая. Так что поедем сегодня в Медвежий угол. Снимем влог, как мы поедем, как будем купаться, там жарить шашлык, где это находится. Поэтому подписывайтесь, скоро выйдет ролик. Также мы сегодня оттуда проведем стрим. Я надеюсь, вы подписаны, не пропустите этот стрим с Медвежьего угла. Медвежий угол находится между Адлером и Поляной. Так, вот мы сейчас будем выходить на набережную вдоль реки Мзымта. Тут вообще самые дешевые колбаски, сыры. Но сегодня у нас ролик не про рынок. Но вот тут, в этом месте, знаете, все есть и недорогое. Так, вот мы тут просто проходим через рынок. Чай, май, тут все есть. Арбузы, дыни. Ой, я вчера делал становую тягу, 120 килограмм. Посмотрите в моем телеграм-канале, если интересно. И вот пришел на массаж. Сейчас мне помяли так хорошо. За 2000 тоже есть ролик на канале, где тут массаж за 2000. В Адлере достойный. Вот я только с него иду, мне очень понравилось. Так, а мы вышли к реке Мзымта. Тут идет добыча ПГС. Сейчас посмотрим, как это все происходит. Так, вот смотрите. Ой, я зеваю, не выспался сегодня. Вот так идет
идет добыча песчано-галечной смеси, и они ее туда, на ремонт набережной, отправляют. Так я делаю кадры для своего телеграм-канала. Подписывайтесь, если вам интересно. Смотрите, они руслом реки управляют. Главное, чтобы этот... не упали. Мы идем к набережной, точнее к морю. По набережной мы идем к морю. Можно взять самокат, я думаю. Можно прогуляться пешком. Сейчас жара. Уже сейчас 10 утра примерно. Жара уже градусов 27. Но мы сейчас поедем на горную речку Чпирзби. Что-то как-то так она называется, забыл сложное название. Ну, пойдемте прогуляемся. Смотрите, здесь посадили новые пальмы, очень много пальм посадили. И фонари новые поставили, вот такие. Осталось только это включить их. А тут вот этот, все время темно по вечерам. А вот старый фонарь, смотрите, какие были фонари. Интересные. Теннисные корты за этим забором. Но что-то я слышал, что тут все сносить будут. Я вообще тренировался. Вот тут я перелазил. Там турники. Вон турники. За забором там идет тренировка. Вон турники желтые, видите? Я тут еще лет 5 назад тренировался. Ладно, дойдем пешком, тут осталось немножко. Вот очень много пальм высадили тут. Не знаю, штук 30, может. Так, ну вот тут почему-то старые фонари не демонтировали. Вот и новый, и старый. Вместе. Так сажают пальмы. Их закрепляют вот такими тросиками железными. Так что, видите, занимаются городом. Так, а у нас есть цель. Пойдем, короче, до пляжа Чайка и Мандарин. Вот пальма новая. Площадь трех солдат. Подходим к мосту через реку Мзымта.
три солдата стоят. Тут тоже посадили новые, смотрите, деревья. Вот несколько вот эти вот. Вот они даже цветут. Двигаемся вдоль мандарина. Так, заходим через мандарин, пройдем. Так, мандарин только готовится, так сказать, к этому дню, но уже некоторые заведения, многие закрыты. Вот про хинкали проходим. Так зелено тут, посмотрите, как цветочки, клумбы. Так, проходим виноград. Вчера инстасамка выступала. Подходим к пляжу, пойдемте посмотрим, что там творится на пляже. Сейчас выйдем на пляж Мандарин и Чайка. Сегодня будет очень жарко, я прям вот чувствую это. Пойду сейчас купаться.
Так, спускаемся на пляж. Тут пацаны красавчики тренируются. Я вчера потренировался. 120 килограмм потянул. Посмотрите в моем телеграме, если интересно. Так, выходим к морю. Вот раздевалки тут. Сейчас хочу вам быстро показать. Бассейн. Тут 2500 для детей, 3 для взрослых. Так, атмосфера на море. Так, ну как вам, скажите, нравится атмосфера или нет? Народу очень много. В общем, тут все кипит, так сказать, суета. Народу, сезон в разгаре. Вот они. Так, идем до пацанов на станцию Сюрвдома. Так, атмосфера на пляже Мандарин, друзья. Так, я сейчас пойду поплаваю, потом в душ. Так, Валера, что ли, приехал? Добрый день. Здорово, Валера. Добрый день. Ты что, на смене? Да, меня на смену поставили. Да, ну красава, красава. Монгол приехал. Все, Илюха с Ваней на выходном, да? Да, мы с Ваней. Валера. Что, вы без зонтика сегодня? Зонтик. У меня свой зонтик. Ну, нормально. Слушай, народу пипец, кассу надо делать, сотку, да? Угу. Бит-бомбит. Так, ну что, хорошего дня вам, я попозже подойду. Так, ну вот, до ребят дошли, пойдемте дойдем до места силы, так сказать. Да, место, где Мзынта встречается с морем. И закончим эту суету уже.
Так, вот подожди, крикнем зим, да? Так, ну и все, думаю, на этом прощаться. Сейчас искупаюсь, да пойду. Через Мзымту перейду, да уже с Ваней поедем. Медвежий угол. Все, друзья, на этом прощаюсь. Подписывайтесь на мой телеграм, на YouTube. Всем спасибо за просмотр и счастливо, удачи, друзья.